На Пегас Агро, выпускающем сельхозтехнику, внедрили систему бережного производства. Сделали это при помощи регионального министерства промышленности и торговли и Федерального центра компетенций. Завод принял участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Специалисты Федерального центра помогли предприятию отладить работу так, чтобы все его ресурсы тратились максимально рационально. Основные инструменты, которые мы использовали, это карта потока создания ценностей. То есть мы разложили полностью весь производственный процесс по операциям. Например, теперь на заводе все операции рабочих на станках фиксируются в электронной системе. Это позволяет быстро оценить, насколько эффективно выполняются те или иные операции. Создали специальный участок кайдзен. На нем воплощаются в жизнь одобренные специальным комитетом распредложения рабочих по улучшению разных производственных моментов. И это лишь малая часть того, что было сделано всего за полгода. Первые итоги уже налицо. Производительность выросла с 6,5% в первом полугодии прошлого года до 15% в этом. Мы отслеживаем параметры работы сотрудников Федерального центра компетенции, Регионального центра компетенции на каждом предприятии. Мы выполняем те целевые показатели, которые нам необходимо достигнуть. Ведь зачастую бывает так, что у руководства есть понимание, для чего нужно то или иное изменение, у коллектива нет. И здесь вот эту вот пропасть мы смогли устранить. «Пегас Агро» – не единственное самарское предприятие, которое приняло участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Такие же программы сейчас внедряются еще на 16 предприятиях области, а в целом соглашения подписаны 40 региональными компаниями. Всего же изъявили свое желание стать участниками нацпроекта 65 предприятий губернии. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.